звезда наших отцов и дедов. Когда-то они шли крепкий поступью вперед. Да, олицетворением идет, мы везем с собой знамя победы. Мы всегда говорим, что у нас не автопробег, а автомарш. Почему? Потому что со знаменем можно только маршировать, всех поправляем. Вот. И с такой идеей, с таким вдохновлением, порывом, единством, духом, с нами ребята из Дагестана, с нами ветераны локальных войн, с нами братья боевого братства, в каждом региональном отделении нас встречает, администрация встречает, поэтому проект очень важен. Мы стартовали 5 апреля, в день победы Александра Невского, собирателя земель русских, в день победы на Чудском озере. И вот с этим посылом мы идем во Владимир, чтобы общей колонной прийти в город-герой Москва. Что мы оставляем после себя? Оставляем знамя победы 200 квадратных метров, чтобы состоялась преемственность связи поколений, чтобы наша молодежь могла соприкоснуться с этой плащаницей, с этой знамя победы, потому что даже называя победу, а мы приехали на легендарном автомобиле ГАЗ-М20 «Победа», наверное, еще тогда наши предки знали, что нашу победу, ихнюю победу, нужно будет еще отстаивать. Общественно-патриотического проекта «Звезда нашей великой победы» посвящены. В областной город Саратов с честью и достоинством, чтобы пронесли его 9 мая вместе со всей Россией, потому что мы пошили для этого проекта 101 знамя, 101 великое знамя нашей победы. И все в унисон. 9 мая мы выйдем во всей стране. Выйдет Китай, выйдет Южная Осетия, выйдет Белоруссия, Донецк, Луганск. Все вместе, как было это исторически, братьями и сестрами. Выйдем и принесем с нами победу. И не дадим предать забвению этой великой победы.